Здравствуйте! Сегодня печем очень вкусный, нежный, ароматный, экзотический торт с ананасом и кокосом. Приготовим тесто. В миску миксера кладем 100 граммов мягкого сливочного масла, 100 граммов сахарной пудры, щепотку соли и перемешиваем на средней скорости 1-2 минуты. Добавляем яйцо, перемешиваем. В процессе перемешивания снимаем содержимое миски с ее стенок. Добавляем 200 граммов просеянной муки и продолжаем перемешивать до получения мягкого песочного теста. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на 2 часа в холодильник. Через 2 часа вынимаем тесто из холодильника, раскатываем в пласт, укладываем полученный пласт в форму диаметром 27 сантиметров. Делаем бортики 2 сантиметра высотой. Излишки теста удаляем. Выпечка с кокосовой крошкой очень вкусная и ароматная. На нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinary.rf вы найдете рецепт торта Исана с кокосовой мукой, рецепт кокосового печенья, макарон и другие рецепты. Выкладываем на тесто 250 граммов очищенного и нарезанного на кубики свежего или нарезанного консервированного ананаса. Отправляем в морозильник на 10 минут. Приготовим кокосовую начинку. В миску миксера кладем 100 граммов мягкого сливочного масла, добавляем 200 граммов сахарного песка, перемешиваем и, не переставая мешать, постепенно добавляем 2 яйца. Время от времени снимаем смесь со стенок миски. Добавляем 200 граммов несладкой кокосовой крошки. Перемешиваем до получения однородной массы. Вынимаем из холодильника подготовленное тесто с ананасом. Выкладываем на него начинку и разравниваем. Выпекаем торт с ананасом и кокосом в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия приблизительно 50 минут. Торт должен хорошо зарумяниться. Готовность, как всегда, проверяем деревянной палочкой. Готовый торт вынимаем из духовки, даем остыть, при желании посыпаем сахарной пудрой и подаем к чаю или кофе очень вкусный, нежный, экзотический кокосовый торт с ананасом. Вдохновения вам, удачи и приятного чаепития!